musique devrait frapper le feu du cœur de l'homme et la larme aux yeux de la femme. Привет тебе, товарищи, зачитаю пару строчек о том, что мир вокруг сейчас очень сильно полон заморочек. И все твердят вокруг про кризис смысла, странно это, но знай, от классики вращается эта планета. Ты можешь отрицать все, слушать рэп без страха, но день настанет, ты прислушаешься к ритмам Баха. И поведет тебя вперед уверенно чья-то рука и заиграет в сердце твоем зрелым ХТК. Сейчас кричат о том, что надо больше инноваций, и преподы все стонут под гнетом аттестаций. Но это все туда скучнее, чем слава. Сладкая вата, ты музыки учителям, скорее подними зарплату. Тогда, возможно, мотивация сильных будет рост, и разрешится наболевший кризис сам вопрос. Работать кровь из носа не придется на износ, и так же слишком много развелось общественных метаморфоз. Продолжим тему посещения концертных залов. Сейчас концертов много, а людей на них все мало. И если время есть, а настроение может нет, давай купи скорее ты в филармонию билет. Когда зайдешь ты в зал, поставь мобильник на режим полета. Эмоции испытаешь, как при взлете с самолета. Забей на все другое от начала до конца. Послушай классику, познай, что значит чудеса творца. Избегай по мере сил ты странные моменты, когда между частями кашель, аплодисменты. Запомни, бро, простую логику ты ситуаций. Дослушать музыку необходимо без оваций. И только встанет, чтобы кланяться наш артист, мочи в ладоши, что есть мощи, и зови на бис. Les amis, applaudissent, la comédie est finie. Я попытаюсь через рэп, мой друг, тебе пробиться, чтоб ты позволил классикой себе скорее насладиться. Не обижайся, если это сразу не затянет. Поверь, дружище, сразу жить попроще станет. И после только мне не говори, что это не поможет. Все будет круто, это сделать точно каждый сможет. Иди вперед, братан, и будь в себе уверен. Ведь этот путь уж временем, о, как проверен. Моцарта слушай для позитива, Баха и Генделя для креатива. Слушай Прокофьева, чтобы проснуться, Штрауса, чтобы скорее улыбнуться, Брамса, чтобы вызвать прекрасное чувство, Шопена, чтобы втянуться в искусство, Шонберга, чтобы увидеть, что нету, Берга, чтобы хватить всю планету, Рахманинов, чтобы почувствовать душу, Вагнера, чтобы покой свой разрушить, Карлати, чтобы покончить с тоской, Шумана, чтобы понять, кто такой, Скрябина, чтобы увидеть все в красках, Шуберта, чтобы все было прекрасно, Мэтнера, чтобы зажить прям как в сказке, Бриттена, чтобы все шло без опаски, Линку, чтобы услышать Людмилу, Листа, чтобы почувствовать силу, Верди, чтобы внутри все запело, Пучини, чтобы спорилось дело, Россини, чтобы сидела прическа, Паганини, чтобы было все быстро и четко, чтобы не дойти от всех стрессов до ручки, то слушай музыку могучей кучки.